Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня расскажу про сплит-систему Samsung AR9500T Wind Free. Подборку ссылок на магазины с лучшими ценами оставлю в описании под видео. Чтобы следить за выходом новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Для поддержки канала делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. Минималистичный дизайн кондиционера позволит вписаться практически в любой интерьер. Классический настенный кондиционер состоит из двух стандартных блоков, оба белого цвета. Внутренний блок имеет закругленные края. Для подключения используется стандартный сетевой провод. В комплектацию входят элементы, необходимые для монтажа. На лицевой панели находится дисплей. Кондиционеры с технологией Wind Free эффективно поддерживают заданную температуру и исключают возникновение сквозняков. Охлажденный воздух поступает через 23 тысячи микроотверстий, поэтому воздух в помещении распределяется равномерно по всей площади и тратится на 77% меньше энергии. Экономьте деньги с высокоэффективным охлаждением Wind Free. При включенном режиме потребляется на 77% меньше по сравнению с режимом быстрого охлаждения. Поддерживайте комфортный микроклимат при минимально допустимом потреблении электроэнергии. Испытайте возможности автоматического охлаждения. Этот режим анализирует внешние условия и пользовательские настройки. В зависимости от предпочитаемой температуры и температуры окружающего воздуха, кондиционер автоматически переключается в подходящий режим для поддержания оптимальных условий в помещении и комфортных ощущений. Высокоэффективный инверторный компрессор поддерживает желаемую температуру без частых включений и выключений. Поэтому кондиционер потребляет до 73% меньше электроэнергии. А благодаря неодимовым магнитам кондиционер работает тише и более надежен. Режим «Комфортный сон» с технологией Wind Free обеспечивает оптимальные условия для комфортного сна. Усовершенствованная конструкция воздушных заслонок создает равномерный воздушный поток. А контроль температуры в режиме Wind Free помогает быстрее уснуть и проснуться свежим и отдохнувшим. Режим «Быстрое охлаждение» позволяет быстро охладить воздух за счет работы компрессора и вентиляции на максимальной мощности на 43% быстрее. Благодаря продуманному дизайну у кондиционера больше на 15% вентиляторы, на 18% шире воздуховод, на 31% шире лопасти. Воздух распределяется равномернее и дальше. Настройте температуру, даже если вы не дома. При использовании приложения SmartThings вы можете удаленно управлять настройками кондиционера с помощью нескольких касаний. Кроме того, вы можете активировать интеллектуальное охлаждение, чтобы автоматически подобрать лучшие настройки. При выключении кондиционера функция самоочистки поддерживает работу вентилятора до тех пор, в три этапа, пока влага не будет удалена из теплообменника кондиционера. В результате удаления влаги в течение 10-30 минут кондиционер остается чистым и сухим, и в нем не образуются бактерии и плесень. Кондиционер выполняет свою работу очень тихо, чтобы не отвлекать вас. Компрессор, даже работая на полной мощности, не генерирует лишний шум за счет наличия двойного глушителя. В отличие от обычных кондиционеров с неудобным доступом к фильтрующим элементам, новый кондиционер Samsung оснащен фильтром, установленным на верхней панели. Его можно легко вынуть и установить обратно. Для этого не нужно открывать крышку и с усилием извлекать фильтр. Антибактериальное покрытие фильтрующего элемента удаляет из воздуха опасные загрязнения и аллергены. Повысьте производительность и эффективность теплообменника с помощью DuraFin. Он изготовлен из более плотного материала и имеет большую толщину. Его улучшенное покрытие также обладает большей коррозионной стойкостью. Поэтому он проходит ускоренный тест на коррозию в морской воде с уксусной кислотой в течение 100 дней. Кондиционер прослужит дольше благодаря специальному антикоррозионному покрытию, которое защищает компрессор от ржавчины и обеспечивает эффективную производительность. Антикоррозионное покрытие выдержало соляной тест SST в течение 480 часов. Наслаждайтесь долговечной работой в сложных условиях. Технология Triple Protector Plus предотвращает повреждения от скачков напряжения и колебаний электрического тока. Антикоррозионное покрытие также защищает конденсатор и корпус в неблагоприятных условиях.
Экономьте энергию, но сохраняйте прохладу. Режим Eco использует меньшую мощность компрессора по сравнению с режимом Normal, что снижает потребление энергии. Он позволяет более эффективно охлаждать, когда на улице не слишком жарко, или просто экономить энергию и деньги в любое время, чтобы не беспокоиться о счетах за электричество. Управление направлением ветра вверх-вниз, влево-вправо с помощью пульта дистанционного управления. Управляйте ветром в нужном вам месте. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Жду ваши лайки и комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».